Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Они лишились крова, нажитого имущества и родины за считанные часы. Сегодня исполнилось 77 лет со дня депортации карачаевского народа. Осмотр инфраструктуры Архыза, дальнейшие задачи по развитию курорта. Об этом говорили на совещании с руководством Минэкономразвития России. Медучреждение обеспечено всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией. Черкесский возобновил работу Северный ковид-госпиталь. Как получить материнский капитал в период всеобщей пандемии, специалист пенсионного фонда Нина Заузанова о порядке, сроках и размерах. Семьдесят семь лет назад, 2 ноября 1943 года, в один день весь карачаевский народ лишился родного дома. И сегодня почтить память людей, ставших жертвами незаконной ссылки на мемориал жертв политических репрессий в Карачаевске, приехали глава Карачаево-Черкесии Рашид Тибрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов, представители власти и духовенства из Карачаевска. Репортаж Аллы Динаевой. Сколько бы лет ни минуло, пережитую карачаевцами в годы депортации боль невозможно описать и забыть. Жертвами трагедии в те годы стали женщины, старики и дети, и каждый год этот холодный ноябрьский день напоминает всем нам об улом. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев совершил обряд дуа по умершим в годы депортации невинным людям. А затем глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, премьер-министр Аслан Озов, представители администрации Карачаевского округа и района возложили цветы к мемориалу. Сегодня день скорби. Народ незаслуженно, я бы сказал, был полностью переселен в Среднюю Азию. Этому были политические причины, интересы разных людей, разных народов, так сказать. Но благодаря Всевышнему народ выжил, вернулся, стал крепче. Я бы сегодня просто эту историю надо помнить, чтобы она не повторялась. Хотел бы пожелать нашему народу, чтобы в дальнейшем таких поворотов судьбы у него не было. В те годы сыны карачаевского народа отважно защищали родину на фронтах Великой Отечественной. Житель Карачаевска, ветеран войны Баймырза Адмиевич Узденов, очевидец тех трагических событий. 77 лет назад они ехали в неизвестность за один день, лишившись родного крова. Нас привезли в Казахстан, в Сайрамский район, село Самсоновка, рассказывает дедушка. Как людоедов. Люди боялись нас. Ближе вагонов не подходили. 50-70 метров смотрели на нас, как на зверей. У них было и мука, и хлеб, и сыр. Отары были, коровы доились, все было. Никто, понимаешь, ничего не давал без продажи. Девушка платье продает свое за ведро кукурузы. Так относились. А потом плакали, когда мы уезжали. Плакали. Трудолюбием и честностью карачаевский народ завоевал заслуженное уважение жителей Казахстана и Средней Азии. И к нам люди с лицом повернулись к нам. И мы ключевые все позиции мы заняли в колхозе. Я бригадир тракторной бригады. Урусов Хасан бригадир авиаводческой бригады. Апаев окуп коневодством занимался. Бустановы, три отары овец, они занимались. Все ключевые мы взяли в руки. И работали честно, добросовестно. Никакой хищения, никакой потери не было. Зато у нас, нас уважали, ценили. И всю работу нам возлагали, нам выполнили. А три карачаевки удостоились самой высокой государственной награды, находясь в ссылке «Звезды социалистического труда». Сталинская национальная политика мало чем отличалась от гитлеровской. По официальным данным, за 14 лет депортации погибло 40% карачаевцев.
Каждому проезжающему здесь этот монумент напоминает о боли целого народа. И в сердце каждого из нас есть такой же монумент памяти, который никогда не даст забыть о холодной осени 43-го года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Накануне в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыли министр экономического развития России Максим Решетников и первый замминистра Михаил Бабич. Они осмотрели инфраструктуру всесезонного курорта Архыз. В ходе показа речь шла не только о расширении горнолыжной инфраструктуры, но и о дополнительном обустройстве эко-маршрутов, мест для отдыха, гостей и спортивного туризма. Затем на совещании обсудили самый широкий круг вопросов, а руководство Минэкономразвития России представили дальнейшие планы по развитию курорта. Подробности у Мурата Джанкезова. Высокие гости в сопровождении главы республики Рашида Тимрезова осмотрели объекты туристической деревни «Романтик». На Лунной Поляне руководство Минэкономразвития России представили дальнейшие планы по развитию курорта. В ходе показа речь шла не только о расширении горнолыжной инфраструктуры, новых трассах, подъемниках, но и о дополнительном обустройстве эко-маршрутов, мест для досуга гостей и спортивного туризма. В ходе совещания участники встречи обсудили системные вопросы развития экономики и социальной сферы республики. Ваше внимание, основные силы, конечно, заняты вопросами эпидемиологической ситуации и борьбы с коронавирусом. Вот. Но, тем не менее, нам очень важно, вот, решая эти очень важные текущие задачи, не потерять, скажем так, стратегический фокус. Начинается новый бюджетный цикл, средства выделяются значительные, и нам очень важно, чтобы все те мероприятия, которые были запланированы, реализовывались. Те вопросы, которые возникают системного характера, они своевременно поднимались, своевременно решались. На совещании речь шла и о совершенствовании систем водоснабжения и водообеспечения, модернизации инженерных и коммунальных сетей в городах и районах республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что работа с Министерством экономического развития России осуществляется в тесном и продуктивном взаимодействии и выразил уверенность, что эта слаженная работа даст весомые результаты и позволит ежедневно повышать качество жизни наших граждан. Мы понимаем, что такая дорога с двухсторонним движением, здесь не только один Минэк. Тут и республика должна, конечно, предпринимать определенные усилия, в том числе и по земельным вопросам, имущественным вопросам, по привлечению, естественно, и инвесторов. Буквально там вот сегодня мы как раз там договорились тоже о строительстве. Потом будем попозже обсудим это с КСК о строительстве еще одного отеля достаточно большого. То есть работа в этом направлении ведется, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы видим и чувствуем очень серьезную поддержку Министерства экономического развития Российской Федерации. По словам Рашида Тимрезова, сейчас в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. И задача властей – создать такие же успешные, по-настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики – сельском хозяйстве и промышленности. Мурат Шенхюзов, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-9, днем 11-16. В горах ночью минус 2, плюс 3, днем 5-10. В Черкесске ночью и утром небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла. Мега-дешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября «Норка» за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама», первый этаж, рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк».
Продолжаем выпуск. И вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 9781 человек, из них 5702 выздоровели, госпитализировано 847 человек. В Черкесске возобновил свою работу Северный ковид-госпиталь на базе онкологического диспансера, рассчитанный на 200 койко-мест. На сегодняшний день данное медучреждение полностью обеспечено всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией. Представители Министерства здравоохранения посетили ковид-госпиталь и осмотрели оснащенность больницы всем необходимым. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Это уже 7-й ковид-госпиталь, который открылся в Карачаево-Черкесии. Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов вместе с сотрудниками медучреждения осмотрел все палаты. Начальник госпиталя Шамиль Шаманов подробно рассказал об оснащении больницы и методах лечения. Сейчас вы находитесь в палате для реанимационных больных, палаты интенсивной терапии. На сегодняшний день реанимационное отделение на 35 коек рассчитано. Из 35 коек у нас все готово абсолютно. У нас имеются аппараты неинвазивной вентиляции легких. Это сейчас один из самых ходовых аппаратов ИВЛ для этих больных и самый используемый по всему миру. Это дозаторы шприцевые, необходимые для этих больных тоже. Здесь каждая кровать оборудована специальным монитором кислородной точки. Также установлены необходимые аппараты инвазивной вентиляции легких, которые очень необходимы для лечения тяжелобольных. Одна палата рассчитана на 5 койко-мест. В реанимационном отделении проходят лечение тяжелобольные. С инвазивной вентиляцией легких. То есть для крайне тяжелых больных они используются. Абсолютно новое отечественное производство аппарата ИВЛ. Причем вчерашняя конференция анестезиологов-реаниматологов, Питер, Москва, все работают именно этими аппаратами ИВЛ. Очень довольны специалисты. А терапия рассчитана на 165 мест. Здесь 6 постов, в каждом отделении примерно по 30 койко-мест. Палаты также оборудованы необходимым. Терапевтическое отделение предназначено для тех, у кого болезнь протекает в более легкой форме. Это 7-й наш госпиталь на территории Карачаево-Черкесской республики. И в случае необходимости будем готовить 8-й госпиталь на базе Карачаевской ЦГРБ в городе Карачаевске. В целом оснащенность какая? Оснащенность достаточно. Ну, всегда хочется больше, но для того, чтобы оказывать сейчас эту помощь, без проблем для больных, все есть. Есть новые аппараты неинвазивной вентиляции легких, 12 штук. Есть аппараты инвазивной вентиляции, 4 штуки, 16 аппаратов. Есть 27 мониторов наблюдения. Квалифицированный медперсонал оснащен необходимыми СИЗами. Также в зеленой зоне, где находятся сотрудники госпиталя, установлены специальные душевые кабинки и бочки для смачивания комбинезонов. Работники уверены, что хорошо слаженная работа позволит оказать необходимую помощь для лечения больных ковидом. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Упрощенный порядок ежемесячной денежной выплаты из материнского капитала продлен до 1 марта 2021 года. Более подробно об этом вестям рассказали в Пенсионном фонде республики. Размер этих выплат в текущем году составляет 10 402 рубля. 27 октября президентом подписан федеральный закон, который позволяет осуществлять эти выплаты без заявительном порядке. То есть семьям, в которых ранее поданные заявления, по ранее поданным заявлениям осуществлялась ежемесячная выплата из средств материнского капитала, и в последующем в связи с достижением правоустанавливающим ребенком возраста 1 года либо возраста 2 лет данный вид выплаты был прекращен. Этот подписанный закон подразумевает, что владельцам государственных сертификатов не требуется повторно обращаться с заявлением о продлении ежемесячной денежной выплаты. Семьям, в которых ежемесячная денежная выплата будет назначена в 2021 году, размер составит 10 840 рублей. Территориальными органами Пенсионного фонда будут проведены мероприятия по получению согласия от владельцев сертификата о продлении данной ежемесячной выплаты. После получения согласия выплата будут производиться автоматически. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Зови меня мамой».